привет, я Лена, и в выходной день в Польше магазины закрыты. А вот такие рынки, как Гельда Староче, по-нашему Блошка, Блошиный рынок, работают. Работают до часу дня, до двух, и тут много интересных вещей. Заинтересовала меня плетеная сумка. Такие сумки всегда в моде, под летнее платье, летние наряды. Она просто незаменима, и такой сумки у меня нет. Но вот что продавец здесь очень хитрый, так это 100%. Когда спрашиваешь цену на сумки, продавец удивительным образом отвечает. Вообще сумка стоит 95 злотых, но сейчас скидка, отдаю за 80. Как только люди слышат такую фразу, то сразу же налетают, что и было в данной ситуации. Никто не смотрел сумки, кроме меня, но как только продавец сказала, что скидка, рабат, людей стало очень много. Видите, что там уже кто-то просматривает. Я, соответственно, просматриваю эту сумку на предмет покупки. Ну, конечно, я понимаю, что эта сумка дорогая, но мне хочется такую сумку иметь у себя в гардеробе. Но я не окончательно решила ее покупать и дальше рассматриваю, что еще есть на рынке. У этого же продавца я увидела часы в виде велосипеда. Немножко деталь одна отвалилась, вообще их можно поставить на журнальный стол, подарить руководителю. В частности, очень хороший подарок для мужчины. Для мужчин очень трудно найти что-то из сувениров. А здесь, пожалуйста, мотоцикл, поезд, в соответствии, чем мужчина занимается. Ну, почему бы и нет? Я считаю, что был бы оригинальный подарок. Ну, а еще я нашла отличные очки. Цена таких очков 30 злотых. И посмотрите, обратите внимание, по бокам пчелки. А пчелки — это сейчас отличительная деталь очков Gucci. То есть, ну не оригинал, конечно, но подобие очков Gucci. Очки с полимеризацией, имеют градиент. Интересно, цвета оправа. Ну, вот, может быть, даже вернусь за ними, еще подумаю. Мне кажется, они мне к лицу. Напишите, как вам, правда? Покупать нет. Обратите внимание на красивенную статуэтку слона. Слон считается символом богатства, благополучия и долголетия. Я знаю, что многие культуры почитают слона. Это также признак человеческих качеств, благородства, добра. То есть такой предмет в доме должен быть. А еще мы рассматривали с подругой, с моей Эвой, посуду. Она искала чисто белые тарелки для своей коллеги по работе. Но посуда очень разная и очень красивая. Единственное, что в посуде нужно разбираться. Она тоже имеет свой бренд. То есть на обратной стороне есть гравировка, кто производитель этой посуды, и эти марки есть очень дорогие, а есть низкого качества. В этом я, честно сказать, не понимаю, поэтому мне трудно сказать, что это за посуда. Мне просто или она нравится визуально, или не нравится. Для чего вот такие маленькие тарелочки? Объясните, может, кто-то из моих зрителей в этом понимает. Я считаю, может быть, для лимона. Вот, моя версия такая. На самом деле, честно сказать, я не до конца понимаю, для чего их нужно использовать. Красивые, но они же должны приносить и пользу, на мой взгляд. Здесь мы как раз рассматриваем с подругой вот донышко чашки и указана марка, производитель. То, что я совершенно не понимаю и ничем помочь не могу. Вот подруга моя говорит, что да, ты понимаешь в брендах одежды, а есть люди, которые разбираются в брендах посуды и покупают, коллекционируют такие вещи. Хотелось бы с кем-то пообщаться на предмет вот таких фирм и марок-изготовителей. Потому что есть, ну, правда, очень красивые вещи. А эта супница в зеленых оттенках чем-то напоминает новогоднюю елку. Дальше мы пошли на бижутерию. Ну и Эва, поклонник уточек, сов, лягушек, она купила себе для соли и перца две желтые утки.
Я же поклонница растений и не могла не обратить внимание на красиво выполненные цветочные горшки. Меня привлекла цветовая гамма темный зеленый и цвет бургундия. Самый популярный цвет осени в одежде – это цвет насыщенный цвет вина бургундия. Меня привлекли куклы. Каждый сезон какие-то куклы в моде. Эти куклы винтажные. Я не понимаю тоже в этих куклах. Кто-то собирает коллекции кукол, кто-то собирает фарфоровых, кто-то Барби, кто-то кукол Лол. У меня в детстве были куклы-пупсики, помните? И мы на них шили одежки. В Европе же антикварными куклами считаются те куклы, которые старше 100 лет. Ну и, естественно, предмет должен иметь какую-то художественную или историческую ценность. Ага, с дюрком. Это... Два гуся из глины. Эва сказала, что они не ценны, потому что это не фарфор. Уже при выходе из Гельды с рынка Старочи мы с Эвой нашли сумки, прям разложенные на земле, на брезенте. Эва себе смотрит белую с голубыми звездами морскими, а я присмотрела вот такую в желтом оттенке плетеная сумка с черной звездой, и цена сумок от 10 до 20 злотых. Но скажу я вам больше, мы в итоге выбрали 3 сумки плетеных и заплатили за них 45 злотых. Представляете разницу? Одна сумка 80 злотых на том же рынке и 3 сумки за 45. Вот такие сокровища у меня сегодня. Возьму. А еще я купила клипсы и часы.